Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, продолжаем искать Мафию 3, и думаю, в ближайшее время все-таки мне повезет и посчастливится ее пройти, посмотреть, что же будет в конце своими глазками. Так как, наверное, да, ёшки-матрёшки, что ж ты любишь, когда нажимаешь Shift и W, открывать фреймы, хотя надо нажать Tab это делать. Багованное ты создание. Ну да ладно. Так. Что мы имеем? Мы имеем тот факт, что меня тут сейчас не сбили. Он тут точилку, пожалуй, я угоню. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. Оп-оп-оп. Поехали. Странно. Что, действительно? Да, все понял. Я уж думал, почему так долго объезжать надо. Теперь понятно почему. А если, кстати, там где-нибудь ну что-то в духе того, чтобы лодочки были. Хотя, как всегда, темно. Почему меня все время везет на темноту? Не видно же ни хрена. В потемках играю, ужас. Даже вот сейчас не знаю, куда провалился, понятия не имею. Походу вышел на воду. Это точно. Так, я в воде. В этом сомнений нет. Вопрос в другом. Доплыву, не доплыву. Это очень интересный вопрос. С интригующим каким-нибудь сюжетом. В потемках тяжко, конечно, плыть, но я думаю, у меня получится. Если, конечно, как понимаете, аллигатор не решит иначе. Икс. Пристань здесь, да? Вот есть еще канал на всякий случай. Нужно еще по каналу прошмыгнуть. Если вдруг здесь не будет возможности где-то подняться. Наверх. Так свободно плыву, непринужденно, офигеть. Даже никто меня скушать не хочет. Что-то новенькое. Так, там я вижу, люди поднимаются. И здесь вот есть возможность, да, подняться? Это хорошо. Я почти на месте. И сейчас именно в этот момент меня сожрет аллигатор. Обычно всегда так бывает. Давай, запрыгай, дружище. Ура, мне повезло. Все конечности на месте, при этом даже кожа не слезла. Хорошая водичка. Так, это что у нас? Стиралочки, да? Народ заходит, выходит. Стиралочки. Здрасте. Немножечко у вас погуляю. Привет, мужик. Отдохни немного. Тикс. ХПшечки все на месте. Так, это вход. Черный вход, да? Офис менеджера. Ладно. Ничего, в принципе, интересного здесь нет. Кроме что я угоню вот эту машинку. Шла вон. Все, я поехал. Даже в полицию не побежишь? Что это так? Вдруг? Странно, странно. Куда едете, чуваки? Видите, я тут. Буяню. Нарушаю в наглую. Пошли все вон. Кто это здесь построил? Что это за ландшафт такой неудобный, а? Кошмар. Тик. Поехали. Здорово. А ну-ка. Тикс. Здорово. Так, хорошо. Парниша просто тихо, мирно кушает, да? Никаких тебе перестрелок, ничего, просто тихо, мирно.
Что ж, посидим, пообщаемся тогда. В таком случае. Так, чё это я не сел? Да нет, блин, я Дед Пихто, либо конь в кожаном пальто. Так. Давай уже ближе к делу, чувачок. Так. Не успел мужичок супчик догрызть. Я. Где моя колымага? Вот это будет моей новой колымагой. Текс. Все, он сел, нет? Ну, вроде да. Погнали-ки. Крутим весело педалики. А, у глаз по ним еще. Время идет. Эй! Я знал, что я врежусь. В принципе, не сомневался. Да ты чё? Не с дороги. Я на красный еду, не видишь? Блин, какой удаль на этой тачке, это, конечно, я дерзанул. Могу идти не успеть. Да уж. Так. Даже я умудрился даже не врезать ни в кого. Серьезное дело. Опа. Да, проехал он красный всего-то. С кем не бывает. Не такое может произойти в течение дня. Блин, не уехал у него. Тыч. Слегонца так и вот тыц. Поехал дальше. Опа-на, между ними. В шашечке. Эй, полегче, парниша. Видишь, я еду. Пойти в Аркадию. А где вход? Готово. Ну ладно, посмотрим, что меня там ждет. Веселый парень. Вот что меня ждет. Так. Блин, чё мне бить? Оставить без оружия? Весело. Watch where you put your hands, motherfucker. Save it for the ring, dipshit. Здорово. Go ahead. Блин, я теперь даже не знаю, можно было все-таки перебить. Ну как мне зайти куда? Так. Нет. Господи, что ж. Я опять попал в темное это время суток. Ну, блин, открывай. Срань господня. Так. Понятно, что ничего не понятно. Открывай ты эти двери, ёкарный бабай. Что за глюк, а? Срань господня. Вообще глючит конкретно. Не работает, ни хэ. Зашибись. Все из-за того, что, наверное, тот придурок со мной не прошел внутрь. Блин. Грузится с контрольной точки. Ужас. Все из одного дебила.
Двери наглухо закрыли, теперь я поэтому и пройти не могу. Обалдеть. Ну ладно, посмотрим. Чё кого почём. Так, ну вот, наконец-то, теперь он со мной. Давай, открывай уже, блин, дорогу, засранец. За тебя пришлось перезагрузку делать. Уровни. Давай быстрей. Чего опять? Чего руку вытянул? Тикс. Так. I gotta go make the arrangements. Give him your name and such. You go on and get changed. Лично. Who you got with you tonight, Elsie? New guy. Tex. My money's staying on the brawler. Переодеться. What's that? Посмотрим, во что я переоденусь. So what happens if we get О, Господи. Probably what you think. For a chance to go home again, it's worth it. No matter what happens, we should go. Зашибись. На ринг куда-то пойду. Окей. Коль не шутите. Так. Should I be? Guess that depends on where all this is. You're gonna head through these doors and there now, shouldn't you? Так. Then make your way to your corner. Where are you going? Oh, I'll meet you there. This part of the show is all about you. They Готово. Love showing off their fighting niggas. Go on, they're waiting on you. Погнали. Пути путеньки. О как. По-моему, всем было похрену. Окей. Я тут пройти могу? Или не могу? Чё не вижу? Окейшки. Где путеньки? Тыч, тыч. И еще разочек. Все? Отлично. И что, это все? Или еще будут? Да ладно, что, серьезно? Тути-пути. Какой в меру упитанный мужчинку. Да, конечно, сарказмом сказал. Фу, гадость какая. Так. Окей. Ну, попробуем. Он думал, что меня так просто завалит, что ли? Сейчас. Держи, мазафака. Тыч. Опачки. Немножко кетчупа выдавили из него. Чему бы и нет. Да ты что, прям таки чемпион. Ну ладно. Окейшки. Гробовщик, вон. Что-то они все какие-то однотипные. Особо от предыдущего-то не отличается внешне. Так. Well, yeah. So how do I beat him? You hit him really, really hard. Окей. Поехали. Опа. Держи, несчастный. Опа. Опачки. Давай, давай. Опа. Не ожидал, несчастный? На тебе. По старой схемке. Опа. Оп. Опа.
Можно же было бы добавить вот так вот. Вот так вот. Я выбиваю из него дерьмо. Ты, отлично. Я новый чемпион. Я не сомневался. Отлично. Что же сейчас мне загрузит такое эдакое? Окей. Да ты что? Дела у него нарисовались. Однако. Опачки, это, наверное, сейчас сурприз. Какие ребятки веселые. Ой. А вот это было, конечно, нежданчик. Однако. Да ты что? Какой щедрый. Так. О, господи. Ну вот. Все как всегда. Я в полной заднице. Интересно, меня кто-нибудь спасет или как? Интересно, как я должен перерезать? You still be conscious as the flames creep up your legs. But as they bind, you be hit with gut with a sickening revelation. Oh, господи. Before you die, you gonna feel your pecker burn. It's gonna come давай, давай, давай. Twist as the flames consume. Ой, господи, леща мне выдал. Ну-ка, сюрприз, мазафака. Что ж ты сразу такой весь ни хрена не смелый? Опачки. Давай, давай, проходи, дружище. Получи еще пару раз башню. Тик. Сейчас мы с тобой договоримся, братиш. И ты не волнуйся, сейчас договоримся. Как ты там говорил, супер-пупер напал? Еще как, чувак, еще как. Да ты что? Ну надо же. Он еще мне жизни учит. Весельчак. Та. Пути-пути. Упс. Какой веселый парниша. С таким невозмутимым лицом. Да никто не хочет умирать, чувак. Рассказываешь сказки. Кто в наше время хочет так просто сдохнуть, тем более в огне? На, говнюк. Давай, давай, подходи. Подходи, не стесняйся. Текс. На, говнюк. Жи. Блин. Обана. Готово. Блин, там много пацанчиков. Все не стреляют. Готов. Готов. Блин, так просто хрен заденешь. Нет, вот так надо. Гранатко. Бой. Есть эффект. Смущение. Блин, эти лампочки мне мешают. Смотрим. Посмотрим варианты, как
их обойти. Оп-оп-оп-оп-оп. Нет? Да ладно. Чувак же здесь спрятался, я помню. Текс. Готов. Говнюшонок. Блин, я весь промасленный, при этом нифига не горю. Очень странно. Сдох несчастный. Опа. На тебе. Несчастненький. Держи гранатку. Блин, не попал. Зато в этого попал. Блин, их офигеть сколько там. Держи. Ну-ка. Ну-ка, себе выкуси. Ха. Чё ругаешься, мужичок? С картошечкой. Ну-ка, потанцуй. Перед смертью. Можно даже в конвульсиях. Так даже интересней. Держи гранатку. Опачки. Чуть не попался, блин. Что хоть гранату бросил. То бы так прибили нафиг. Тик, он сюда не попадет. Даже при сильном желании. Умри. О, господи. Надо валить отсюда. Держи, говнюк. Фух. Жарко. Так. Здорово, хлопцы. А, вас так порвало. Тоже вариант. Чем не менее хороший. Держи гранатку. Опа. Вау, гранату бросили. Опасные пацки. На, умри, несчастный. Ну-ка, подохни. Да ладно тебе, а, неуязвимый говнюк. Да сдохни ты уже. В тебя можно стрелять. Держи. Все равно где-то в живых кто-то остался. Наяривает активно. Изо всех стволов. Так, готов. Блин. Все так просто, да, перестрелять всех. Еще бы я тебя не убил. А что ты еще надеялся? Идя на меня напрямую. Совсем больной. Тикс. Тикс. Держи бы, братиш. Говнюк какой, а неуязвимый. Столько на него коктейля молотого потратил. На, держи. Сюрприз. Икс. Да блин, сколько их еще можешь сюда идти? Всех патронов так не хватит.
Икс. Все. Лечиться особо больше нечем. Погнали здесь где-то видел аптечку. Фух. Блин, это опасно. Если они так будут появляться из ниоткуда, я их всех не перебью. Тихо. Просто сдохни. Блин. Мусорюги. Не зашибись, если я сейчас сдохну. Это сейчас супер. Скорее всего, так и произойдет. Судя по всему. Блин, не знаю, попробую максимально, конечно, по дворам оббежать. Это вообще тяжело. Тем более у меня мой Нига не особо-то бегает. Какой ты нерасторопненький. Так, тут кончаются дворы. Это плохо. Так. Бежать-то. Ню-ка. Фу, хорошо, что здесь появилась такая возможность. Блин, все равно застали. Бяки-буки. Все равно застали меня врасплох. Там какой-то Нигу убегает. Поехали. Как классно, повезло. Машина так была разбросана. Здесь я походу никак не проскочу. Уже понятно. Надо валить. Всеми силами и не силами. Любым возможным способом, блин. Как-то надо сваливать. По дворам я не уйду, стопудняк. Так, сколько по воде. Точняк, по воде. Поехали. Точнее, поплыли. Вот жопа. Здесь забор. Черт. Опачки. Блин, ну почему обязательно ночь? Когда уже день будет? Я же не вижу ни хрена. Да, я бегу и зачем? Придется плыть. Неважно как, но плыть. Шмарики. Блин, мне не нравится то, что там плюхается. В воде. Ну там вон яхта есть. Нет, меня сожрут. Я так и знал. Ё-моё. Печаль, беда, обида. Не повезло, не подфартило мне в этот раз. Меня сожрал аллигатор. Ням. Хоть перестреляй всех полицейских, блин. Долбали. Так, вот тачка есть. Раньше хоть даже тачки не было. Блин, зашибись, тачка без верха. Вообще мега шикарно. Так, ладно, поехали. Поехали, что есть сила, там будет видно. Ну, блин, ты как появился здесь? Когда уже рассвет будет? Я требую рассвета. В этой темноте ни хрена не видно, куда я еду. Главное, как из этой ситуации выйти. Где-нибудь есть лодка? Господи, нигде нет лодки. Как так? Что за доки? Кошмар. Шел вон. Надо валить отсюда.
Экс. Ух. В этот раз повезло побольше, чем в предыдущий. Я даже смог смотаться подальше. Да, потрепало мне, конечно, нервы эта миссия. Ничего не поделать, бывает такое. Было бы, если слишком легко, наверное, все-таки интересно бы такой не составился. О! Надо же. Опять сходка. Ну, давай послушаем, что интересно вы мне расскажете. Так. Да ладно. Так. This is business. Now, outside of you asking me to lock down this goddamn territory, I'm not seeing hide nor hair of it. Here's the thing, Lincoln. Getting you boys in here vying for turf is guaranteed to end up a pissing contest. Oh, God. Just easy on everybody if you give me the territory like you did last time. Maybe I missed something, but I didn't even know you were working that part of the city. Let's finish this together. That's what Danny would have wanted. You got no idea how long I've been dreaming of this moment, Lincoln. This city is ours, Lincoln Clay. I stuck around this long. Take your time, lad. Wouldn't want to fuck up his last. Ладно, хер с ним. Хотя не особо-то много мне чудо. I got big plans for this one, lad. And it starts with a statue of Marcano getting arse fucked by a goddamn badger. Holy Christ! How the fuck did we make it through this shit in one piece? Так, ну ладно, вроде сейчас у меня территории розданы поровну. Если я не ошибаюсь. Так. You know how long I've been waiting for someone to stand up and be a man of his word? Так. And in all my fucking days, you, Lincoln Clay, are the first motherfucker to do it. Thank you. You've done a hell of a job, Lincoln. Couldn't have done a better job myself. Probably. I hope we figured Lincoln will have killed us all by now. What we done here? Taking the city away from Marcana and doing it without killing each other? We gotta be proud of that. Да ты чё? I had my doubts, no more. You came through just as you promised. Чем они вообще говорят, я не пойму, киберкоманы. И это все или как? Непонятненько. Нет, там еще что-то есть. Что-то есть еще. Сэл Маркана еще есть. Ну надо же. Однако. Далеко ехать? Прилично. Жесть. До сих пор эта несчастная вонючая ночь не кончилась. Но меня уже бесит. Так. Блин, ну зеленого, кстати, нехило территории, да? Чисто по объему, если посмотреть. Однако. Да ладно, что ж, следующий серебряный, наверное, начнем с того, что как раз таки я пойду поговорю с этим типком и так далее и тому подобное. Вот. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, вам понравилось, не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.